Идем дальше. Песенный конкурс. Выбор зала. Танис. Город Железногорск. Номер песни Присциллы. Идет. Чувствуешь крыжовник, запах? Сиренечки запахло? Да, да. А, заберет с собой. Да, она уже говорила. Отдавай призы. Танис умница, правда? И танцевать умеет, и петь. И вы бы слышали, как она в тренировке на пианино играла. Поэтому заслужила приз. Аплодисменты, Танис. Город Железногорск. Песенный конкурс. Выбор жюри. Команда Анли с песней «Копикэт». Ваши аплодисменты. Вот бегут, бегут, бегут. Итак, скорее забирайте призы. Молодцы, молодцы, поздравляем. Поздравляем вас. Идем дальше. Конкурс светового шоу. Выбор зала. Выбор зала. Творческое объединение «Люмен». Город Прокопьевск с номером «Световой микс». Ваши аплодисменты. Ну, погромче. Идут. Вон идут. Я вижу. Давайте аплодисменты «Люмен». Поздравляю. Победили. Так, идем дальше. Конкурс «Световой шоу». Выбор жюри. Танцевальный коллектив «Парадокс», город Кемерово, с выступлением «Звездное небо». Погромче, погромче. Помните, какая красота была? Идут. Уехали, видимо. Все-таки... Нет, 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 бегут, вижу. А, вижу. Вон они, бегут за своим призом. Конечно же, все-таки выбор жюри. О, да, поздравляем, поздравляем, молодцы. Поздравляем вас, ребята. Давайте всей команды выйдите, поклонитесь вот так вот. Настоящие артисты, звезды. Это Даша. Водолей. Поздравляем. Кстати, 13 лет. Идем дальше. Идем дальше. Итак. Командная оригинал дефиле, выбор зала. Сестра Ванесса, сестра Бьянка, святой отец Кир. Бегут, 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 бегут. Все вместе. Аплодисменты, аплодисменты. Ребята, забирайте скорее свои призы. И аплодисменты, коробочка аплодисментов давайте отдадим вот этим вот замечательным участникам, которые по-настоящему заслужили свои призы. Поздравляем, поздравляем вас, да. И идем дальше. Одиночное оригинал дефиле. Выбор зала. Итак, все верно, все верно. Аврора с персонажем «Лесная ведьма». Итак. Да, вот бежит, бежит, да. Конечно. Да. Вот, да, добралась. Поздравляем, забирай скорее свои призы. И, друзья, знаете, что мы делаем нашим победителям? Мы даем... Правильно, правильно. Одиночное оригинал дефиле. Выбор жюри. Сонча с персонажем «Жар-птица», фэндом «Русские сказки». Да. Бежит, 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 я вижу. А, забирают один человек. Сегодня за целую делегацию, конечно. На самом деле меня тут оставил весь ансамбль «Крылья». Они сейчас будут 12 часов трястись в поезде по пути домой. И они оставили меня здесь, чтобы я забрала все их призы. Как так грустно ты об этом сказала? Тебе 12 часов не надо трястись. Простите, я за эту неделю спала часов 20, так что... Зато спала! Аплодисменты всем победителям, в том числе... Поздравляем, конечно же! Конечно, да. Конечно! Так, идем дальше. Классическое, одиночное косплей-дефиле. Выбор зала. Орегнас Лозинг с персонажем Акали из «Лиги легенд». Да, да! Бежит! Учиться уже скорее забирать
Ох, поназабирала сегодня призов. Молодец. Поздравляем, да. Поздравляем, аплодисменты. Ох. Итак. Классическое одиночное косплей дефиле. Выбор жюри. И это Тюша с персонажем Лени Акерман. Фэндом Шингеки на Кяджин. Ты прям прохрипел что-то. Она не верит, что она выиграла. Аплодисменты, аплодисменты. Конечно, ты, Господи, забирай, забирай. Ты молодец. Аплодисменты, конечно же, нашему участнику. Она аж плачет. Молодец, молодец. Давайте еще раз поаплодируем. Спускайся, проходи за. Итак, командное косплей-дефиле. Выбор жюри, спецприз. Yeah. Я знаю, кто сейчас выйдет. Так. Ага. Ансамбль «Крылья» с номером «Деревня дураков». Человек, который не трясется 12 часов в поезде. Счастливый, поспал 20 часов, забирает приз. 20 часов поспал, можно и приз забрать. В конце концов. Ну, аплодисменты. В очередной раз, поздравляю. Что уж тут. Итак. Гран-при дефиле, выбор зала. А подожди, не торопись. Прошу прощения, прошу прощения. Командное косплей дефиле, выбор жюри и выбор зала. Команда «Какая разница?» с косплеем по фэндому «Мор Утопия». О, народу здесь было. Вот я вижу, уже бежит, уже бежит. Да это же наш Венти. Какой раз уже бежит сюда, радостная такая. А вот их место, давайте поаплодируем двум. Они все сюда подтягиваются. Да, давайте, одарим их аплодисментами. Да, все сюда. Вот они молодцы. Я говорю, вот народу. Пора сыну помочь. А теперь поклон общий и под аплодисменты. Вот так вот, красота. Спасибо, ребят, большое, проходите в зал. Молодцы, молодцы, конечно, поздравляю. Да, и переходим дальше. Можно теперь? Ну, да, конечно. Гран-при дефиле выбор зала. Немедия с персонажем «Силовая броня» X01 Phantom Fallout 4. Вот он, это тот человек, ну, здоровый такой прям. Я боюсь представить, сколько она весит. А сейчас спросим, сколько весит броня? Примерно. Килограмм 6. 6 килограмм. Поздравляем. Поздравляем. Аплодисменты, ну! Итак. Гран-при дефиле, выбор жюри. А вы помните, что у нас за выбор жюри? Гран-при, ну помнишь, да? Ну 15 тысяч, правильно, правильно! Усаги-сан с персонажем Death Gun Phantom Sword Art Online 2. Идет, идет, смотри. Вот он, счастливый обладатель. Да. Поздравляю. Аплодисменты человеку. И у нас осталась последняя номинация. Cover Dance. Выбор зала. Вот сейчас напряжение-то будет, да? Давай, томи. Команда «Вектор» с танцем «Лид». Так. Выходите скорее сюда. Скорее. Я вижу движение. Да, вот я тоже движение вижу. Оно безопасное? Оно одностороннее. Вот, вот. Да, поздравляю. Опа, смотрите, сколько эмоций. Команда. Вектор, друзья. Вам аплодисменты, девчонки. Но громче! Молодцы! Молодцы! Итак, у нас осталась последняя. Она! Итак. Кавер-дэнс? Выбор жизни. Давайте создадим такой этот, барабанный дробь. Не барабанная, но дробь. Итак, слышишь? Дробь. Это ноги. Ну ладно, знаешь, тогда... Ну давай, ну скажи ты. Давай вместе, ну. Ну давай. Это команда. Прям с команды давай. Команда. 3-4. Vibes on с танцем Poison!
вперед, они бегут. Поздравляю. Поздравляем, ребята, громкими аплодисментами, овациями. Ну вот они, наши герои сегодняшнего дня. Что ж, ну что тут можно сказать? Ребят, спасибо всем, что сегодня пришли к нам. Нам было очень приятно со всеми с вами здесь провести целый день, целое воскресенье. И видеть ваши улыбки, ваши аплодисменты. И самое главное, проявление творчества, которое было здесь на сцене от вас и для вас же. Спасибо, что вы ждали все это не так, чтобы легкое время. Спасибо, что были с нами на онлайн-конвентах. Спасибо, что вы пришли сегодня. Спасибо, что вы с нами. И... В общем, все, вообще классно. Сегодня для вас работали Саша и Егор. Ребята, увидимся когда-нибудь скоро совсем. Спасибо вам большое. Удачи вам, всего хорошего. А самое главное, носите масочки, пожалуйста. Здоровья. Здоровья вам. Пока-пока, ребята.